Полифонический динамик Nokia 6520S закреплен в гнезде антенны. При необходимости замены динамика аппарат придется разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6520S». Сама антенна Nokia 6520S к корпусу телефона не прикреплена. Чтобы извлечь динамик из гнезда антенны, его нужно попросту подковырнуть отверткой или ланцетом. После этого необходимо извлечь из гнезда рамку. При извлечении она может быть повреждена. В этом нет ничего криминального, так как новая рамка поставляется вместе с динамиком. Необходимо отметить, что полифонический динамик – запчасть редкая, и при его повреждении зачастую приходится менять целиком антенну аппарата. В установке же динамика в предназначенное гнездо нет никаких хитростей. Сначала устанавливается новая рамка, а потом и сам динамик. Главное не перепутать верх с низом. Ориентиром являются пружинки на корпусе динамика.